Здравствуйте, уважаемые садоводы! Сегодня я поделюсь своими знаниями о раннеспелой капусте, а конкретнее о новых гибридах, которые поступают в продажу, причем гибридах иностранной селекции. Я не буду говорить о таких сортах, давно известных, как грибовская, июньская, ну и грибовская ранняя, ну и так далее, а в основном об иностранных гибридах, которым я отдаю предпочтение. В основном по одной причине, что эти сорта, а вернее гибриды, они практически не лопаются. Ну, разве что, если перестоят до сентября-октября, тогда они приходят в негодность. А вообще, конечно, то, что ранние сорта чувствуют себя неплохо и в июне, и в июле, и даже вот в августе, дают возможность получить хороший и качественный урожай очень нежной такой капустки. Поэтому в этом году мы испытали новые гибриды. В общем-то, нам нравились и прежние, такие как Реактор, Кевин, Парел. Но в этом году нам предложили новую линейку таких гибридов, как Мона Лиза, Фарао, Мирор. Ну и названия нам были практически неизвестны, и мы взяли, чтобы испытать на перспективу будущую. Итак, перед нами гибрид Мона Лиза. Ну что сказать, в общем-то неплохой гибрид, хорошо облиственен, но немножечко он уступает гибриду под названием Фарао. Сейчас я перейду на грядочку с гибридом Фарао. Мы в основном раннюю капусту высаживаем для наших покупателей. Немного мы ее садим, поскольку места под нее у нас практически нет. И используем вот такие межрядковые пространства, межяблонь. И вот теперь я перехожу на гибрид Фарао. Листья у него немножечко по-другому. Они не такие приподнятые, как у Мона Лизы. Видите, мы ее уже давно срезаем. И капустка уже прям вся-вся-вся готова. По количеству срезанных кочанов видно, что она наиболее ранняя. И урожайность у нее, в общем-то, неплохая. Именно урожайность ранней продукции. Хочу еще показать один сорт, который чуть-чуть позже, и идет он в основном в августовское потребление. Если Фарао мы в основном резали в июле, но еще скажу, что эти посадки были произведены не в мае, как положено высаживать раннюю капусту, а значительно позже, это где-то середина июня, поскольку в мае нам некогда заниматься высадкой рассады для таких вот нужд, но делаем по мере того, как у нас появлялось время. Так вот, Фарао мы начали резать уже в середине июля, и, в общем-то, я бы сказала, этот гибрид очень ранний, и тот, кто желает получить урожай уже в конце июня, я вам рекомендую приобретать гибрид под названием Фарао. Но если вы рассчитываете на урожай в августе, в конце июля, то можно рекомендовать гибрид Мона Лиза. Ну и теперь я хочу подвести вас под на местечко, где выращивается гибрид, который мы давно выращиваем. Мне он нравится. Он чуть-чуть попозже Мона Лизы. И более у него облиственная масса. Он поступает на стол где-то в середине августа. Этот гибрид, в общем-то, мы выращиваем уже, наверное, 10 лет. Он очень хорошо себя зарекомендовал, и его даже можно использовать для квашения. Тот, кто рано уезжает с дач. Ну, бывает так, что уже в сентябре люди не приезжают, уезжают и навсегда покидают дачный участок. Так вот, сорт Парел
можно использовать и в квашении. Урожай у него хороший. Но вот как видим, еще нет ни одного срубленного кочана. А вот гибрид Фарау уже практически наполовину мы вырубаем. Так, что тут у нас еще есть? Это вот я вам показала Мона Лизу. Мона Лиза идет в августе. И сейчас глянем, что у нас здесь еще. Какой... А, Тиара. Вот. Гибрид Тиара. Ну что? Он опять же тоже уступает гибриду Фарао по урожайности. Во всяком случае, вижу, что урожайность у него не такая ярко выраженная. Ну, есть, конечно, срезанные качанчики, но их еще немного. Главный показатель – это количество срезанных качанчиков. То есть на сорте Мирор, я бы сказала, что пока вот такого массового сбора кочанов нет. Хотя, в принципе, уже есть достойные кочаны, которые можно уже и срезать. Итак, вот из трех новых испытанных сортов капусты, во всяком случае для нас новых, это Мирор, Мона Лиза и Фарау, предпочтение по скороспелости, то есть супер ранней капусткой, является гибрид Фарау. Запомните, пожалуйста, очень хороший гибрид, вкусная, сладкая, без горечи мякоть, достойный гибрид. И если вам попадутся семена гибрида Фарао, знайте, самыми первыми кочанами будут именно кочаны с гибрида Фарао. Ну, на сегодня все. Всего вам доброго, успехов и до скорых встреч!